Мы в том году Джиро ди Италия выиграли, видите, первый. Это уникальный кубок. Я за 400 тысяч купил. Долларов? Да. Ну это оригинал. Да, я там оговорился. Даем по... То есть это ребят, которые продвижением занимаются? Что-то мы там, сколько-то... А мы идем! Вот здесь у нас сидят. Даем по... То есть это ребят, которые продвижением занимаются? Что-то мы там, сколько-то... 5000 клиентов или сколько-то в месяц сейчас. Вот да. Эти ребята. Вот это малый и средний бизнес. Вот да. Эти ребята. Вот это малый и средний бизнес. Ага. SME, так называемый, понимаешь? Ага. Вот они делают. Девушки, кто смотрит у нас хача? Я смотрю. О, молодец. Спасибо. Теперь меняемся ролями. Я даю интервью. Олег будет спрашивать. Спасибо большое. Да, все. Очень приятно, что ты к нам пришел. Спасибо. Спасибо, что согласились. Ленка, в какой клуб хочешь начинать? Ты-то хоть скажи.